симпозиум, сюрэкспромт. Встретились как-то наша между, наш эгрегор, наши фантомы, моя лирическая героиня. События встречи, события любви, события влюбленности на конференции на тему, что такое происходит с персонажами А и Б. Каждый подготовил доклад или выступление, было организовано несколько секций и круглых столов по интересам. С пленарными докладами выступили эгрегоры наши между. Эгрегор очертил общие задачи для А и Б, наметил генеральную линию, определил событийный ряд в целом и цель, к которой он должен стремиться. Он выразил недовольство работой работников, так как первоначальные цели были задвинуты в сторону, и А и Б значительно отклонились от цели. Затем слово было предоставлено между. Между не межевался и сразу стал давить на эмоции, рассказывать о своих переживаниях, словно не мужчина-ученый, а какая-то слезливая женщина-домохозяйка. Все слушали снисходительно, так как между был уже не молод, но опытен. Между доложил о том, что А и Б растянули его неимоверно, так как пошли в разные стороны, и у него уже болят все мышцы. Также он пожаловался на расщепление целостности, разделение на почти два самостоятельных потока в нем и трудностях временной синхронизации этих потоков. Дальше разошлись по аудиториям для обсуждения частных вопросов на секциях. В первой аудитории заседала секция фантомов вместе с лирической героиней. Фантом А рассказал о своем пребывании в голове Б, а фантом Б доложил о том, как он проживает в голове человека А. Как хозяин обращается с ним, ведет зачастую безжалостную борьбу. Беспощадную, пытается выкурить его из себя или изгнать. Потом спохватывается и кличет снова, ласкает или лелеет. Или начинает гневаться и высказывать ему все, что думает, ожидая ответа. Лирическая героиня смотрела и слушала экспозицию наблюдателя как бы со стороны. Когда ей было предоставлено слово, она начала с извинений за то, что она изначально находится в близком родстве с одним и другим персонажем, с которым они практически близнецы снаружи, но содержание у них очень отличается, поэтому их не стоит путать. Так как фантом А был заполнен человеком Б, а фантом Б заполнен человеком А, лирическая героиня заполнена человеком А, поэтому она в родстве с между. Между человеком А и фантомом А в его голове. Пока она так подробно рассказывала о своих кровных связях, фантом Б немного вздремнул, глядя в окно, а фантом А ушел в себя, отращивая корни в землю вниз сквозь 5 этажей и никак не мог пробиться сквозь бетонный подвал, пытался медитировать на это бесконечное множественное между. Короче, закончила свой доклад лирическая. Нужно, наконец, перейти в материальный мир. А то мы совсем потеряли связь с реальностью. Да, подтвердил фантом А. А то я вот уже не могла никак заземлиться. В другой аудитории собрались события, секция события. Здесь основными докладчиками были события встречи, события любви и события влюбленности. Здесь царил полный беспорядок. Так как каждое событие внезапно соскакивало со своего стула и, распахнув руки в стороны, кричало «Я здесь!» и ожидало оваций. Но поскольку каждая из них ожидала оваций, то аплодировать было попросту некому. Наконец, они понемногу успокоились, хотя и порывались сразу же за своей манифестацией убежать прочь. Первым удалось прорваться к микрофону. Событию встречи оно было взволновано. Я сначала пришло к человеку А, а потом к человеку Б. А к нему вместе я так и не пришло, потому что они все время вдалеке друг от друга. Их не встретишь вместе. Да, да, поддакивали ему смесь другие события. Да и поезда ходят редко и с большим перерывом. Затем микрофон перешел к событию любви. Оно рыдало и всхлипывало,
говорила что-то неразборчиво, меня не приняли, меня прогнали, я не состоялась. Им не нужна двоица, они каждый сам по себе. Другие события с большим сочувствием смотрели на события любви, поддерживали его, хотя и не совсем понимали, о чем идет речь. Решили, что потом прочтут содержательную часть в печатном виде, а сейчас поддержат товарища эмоционально. Ну и последним взяло слово событие влюбленности. Оно было в приподнятом настроении, сразу было видно, что и да, дела у него идут хорошо, не в пример другим. Я вовремя появилась у человека А и его прокачала до степеней известных, а также ступеней. И теперь человек А строит новую жизнь, так как все его бытие разрушено до основания. Событие влюбленности победоносно оглядело собравшихся. Но и к человеку Б я тоже пришла вовремя. Хотя он не сразу понял это, да и меня не признал сразу. Но теперь и у него все трещит по швам. Еще не до конца, не до основания разрушен старый мир. И он противится всему новому, но я уже в крови и у него. Опять снисходительным взглядом оглядел присутствующих выступающих. Они же выразительно и выжидательно поглядывали на часы, намекая, что пора уже заканчивать, время ланча. Нужно завершить это бахвальное выступление, событие влюбленности на выжженном поле других событий. Событие влюбленности наконец закончило свой доклад, и, вздохнувшие с облегчением события, поднявшись со своих мест, радостно отправились на ланч в предвкушении вечернего банкета по поводу симпозиума, где они наконец смогут поднять тост за единство человека А и человека Б, в надежде наконец обнять и увидеть их самих, А и Б, людей, которые, к великому сожалению, опоздали к началу симпозиума из-за природных условий. Симпозиум, сюр.